В своем отчетном докладе глава сельского поселения Булатниковское Сергей Арчуков большое внимание уделил исполнению бюджета поселения за 2015 год, расходы которого составили около 300 миллионов рублей. По основным разделам фактически израсходовано 257 миллионов 784 тысячи рубля. В том числе и на социальную политику. Так, в деревнях и поселках установлены новые детские площадки, соответствующие всем стандартам безопасности. Выполнены ремонты тротуаров, линии уличного освещения и автомобильных дорог. Деревня Ломатина, деревня Спасский Выселок, деревня Жарко, расширена проезжая часть дороги в деревне Крыжино. Общая сумма затраченных денежных средств на данные виды работ 16 миллионов 170 тысяч рублей. Большим достижением работы администрации сельского поселения Булатниковское стало создание при Измайловской школе детского дошкольного образовательного учреждения. Впервые в истории этого поселка оно появилось, и это непосредственная заслуга, я могу это сказать с гордостью, не столько Ленинского муниципального района, сколько именно поселения Булатниковское. За это вам огромное спасибо. В работе администрации сельского поселения Булатниковское в 2015 году были учтены все социальные направления. Это и адресная помощь, проведение культурно-массовых мероприятий, ремонт библиотек, забота о досуге молодежи. Так, в Центре культуры и спорта был проведен ремонт. Но и проблемных вопросов много. Одним из ключевых – работа ЖКХ. В 2015 году проходила лицензированная управляющая компания. Все семь управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, получили лицензию. Гражданская зрелость депутатского корпуса и администрации позволила сделать и все возможное, чтобы ускорить передачу в район полномочий для совместного движения вперед. Так, в скором времени будет приведен в надлежащий вид поселок Новодрожжино. Мы проведем в ближайшее время встречи с жителями о том, что в этом году, то есть в 2016 году, в строительный сезон, будет проведено два этапа работ. Традиционно на отчетном докладе жители задавали вопросы, на которые отвечали и представители районной администрации. Корректные и конкретные ответы дали людям уверенность в том, что они будут решены. Людмила Медведева и я, Адамия, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.